Всем привет! Вы на канале Видеорегистратор. Самые свежие новости из уст политиков. Все, что вы увидите, это шутка, пародия. Все совпадения с реальностью случайны. Я, вице-спикер парламента Крыма, Владимир Бабков. Окраина как государство, и ее укра-армия не переживут зиму. Скоро страна прекрати существование. Киев ждет коллапс экономики и энергетики я абсолютно четко скажу, что будет в ближайшее время, окраинская армия, и окраинская государственность, не переживут эту зиму. В течение нескольких ближайших недель коллапс в экономической и энергетической сферах, достигнет своего пика. В качестве подтверждения своих слов о скором конце существования окраинской армии, это скорая потеря Киевом контроля над рядом населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Ранее сообщалось, что Украинерго назвала близкой к катастрофической ситуацию в энергетике в ряде регионов. Друзья, канал нуждается в вашем внимании, финансовая поддержка очень выручит нас. Реквизиты в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.